Ну и что, ребят, погнали смотреть МТ против Astana Dragons. Ребят, я вам музыку не предлагаю, потому что я ее вряд ли здесь включу. А вот я сейчас приду, потому что, ребят, игра вы сами видели, кто сидел смотрел со мной ту игру, да, вы сами видели, что игра была слишком долгая, поэтому я пойду покурю. А вы здесь посидите, поразвлекайте себя чем-нибудь. Dire team ban. Radiant team ban. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Yeah. Dire team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Ну, ребята, возвращаемся в игру. Я надеюсь, что я вас долго ждать не заставил. Radiant Team Ban. Так, сейчас. Параллельно сейчас идет игра, которая без стрима. Идет Envy против... Иди ФС. Ну, вот я вот зашел уже даже в группу, да, там читаю, вот вижу, что... Radiant Team Pick. Смайлик там много накидал новенького. Ну ладно, и возвращаемся мы в игру. Я уже буду тут с вами. Astana Dragons против Mechanic Team. Давайте я хоть выучу, как зовут игроков новенькие на нашем турнире. Будут показывать, на что они
Как это? Способны? О. Хорош, Iron Stampler. Dire Team Pick. Твари мучитель, господи, охи ники, блин, ё-моё. Get right, Nativus. Шаняра, Дондо, Кудахтер, Хентарт. И последнего... Что-то ни черта я не выкупаю, как у последнего ник, ну то ладно. И такое бывает. Ладно, давайте, пики баны. Стан Драгонс, Тайт Хантер, Венжифул Спирит уходит в бан. Забирает себе Акса и Троллям. Блин, Акс Тролль. Старладдер, вспоминаю я Старладдер. Ну и от команды Механик Тим уходит Шейкер из Сайленсера. Ну видно, что Сало забанили, да, и Лич есть, и Магнус есть. Ну, хорошая, уже связка. Ничего я такого про нее не добавлю новенького, чего вы уже и так про нее знаете, да? Ну и третий бан команда Stun Dragons. Void. Тоже хороший, в принципе, бан, так как чайник может летать и под куполом, не только под Магнусом. Не только под РП, вернее. Five seconds remaining. Reserve time. Третий бан, команда Механик, Свен. Блин, такое ощущение, что кто-то смотрел мой предыдущий стрим из вот этих вот, что сейчас играют. Минусов не знает. Сразу же. Ну и предпоследний бан от команды. От команды Механик. 10 секунд remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Dire team pick. Висп. СК забанили, да, и забирать себе виспа. Ух ты, под кого, интересно? Третий пик от команды Stun Dragons. Посмотрим, кого они заберут под свою вот эту вот связочку Акс Тролль. Черт его пойми, что это за связка. Рубик! Есть что воровать, хорошо. Полезный, хороший саппорт. Игроков я буду называть по имени персонажей, потому что я их не выучил. Дайте мне хоть дня два провести с этими ребятами. 10 remaining. Четвертый пик от команды Механик Тим. Фантом Ассасин. Ну вот тебе висп и фантомка, отлично. Кстати, это очень больно может быть. Еще и под оверчардж. Да, оверчардж. Оверчардж. Четвертый пик команды Астана. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Reserve time тратит капитан. Не знаю, чем ответить. Нужен какой-то хороший прокаст. Желательно мах, чтобы быстро забирать и виспа, Пак. И фантомка. Пак! Ну, то, что я и говорю. Хороший Radiant прокаст. Team ban. Еще и хороший способ держать всех героев на месте. Тоже довольно очень хорошо.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Последний бан от команды МТ Дазл. Говорю, походу кто-то смотрел мой прошлый стрим. Ну и последний бан, естественно, это Stun & Raccoons. Надеюсь, у меня больше интернет не пропадет в самый неподходящий момент. 5 секунд remaining. Легион Командир, ЛК, Болт, неужели? Я уже 100 лет не видел в пиках. Кстати, Лич, тоже первый раз вообще за всю историю Тинг Тайм, походу, появляется в пике. Ну и посмотрим, как он здесь отыграет. Ну и Оффлейнера, я думаю, забрать нужно Механик Тим. Кто какого-то такого хорошего. Например, как Тимбер. Кстати, Тимбер очень хорошо может зайти против Акса. 5 секунд remaining. Reserve time. Ну, я про команды ничего не могу рассказать, так как я рассказывал про прошлые команды. Но... Я говорю, первый раз на турнире, новенькие. Посмотрим, как они играют. Здесь будут слаженно играть и покажут тоже хорошую и достойную игру. Примерно как в том матче. И не появляется. Last пиком, блин. Да это вообще уже перебор. Elder Titan. Блин, ребята решили меня сегодня просто удивить. Что не ора, это типа как дитя ора, да? Ну ладно. Это типа как дитя ора, но немножко наоборот, да? Еще одно. Хочу, пользуюсь случаем, и хочу передать привет той девчонке, которой у меня ник стоит. Ник, я думаю, меня все заметили, да? Который у меня стоит. Типа как... Дамаску Слава Марина, да? Вот эта вот девчонка, она очень хорошая, и передаю очень огромный привет. Вот так вот. Прям романтик, блин. Ёпта. Ну и пока пауза. Посмотрим, кто на ком играет. Команда Механик Тим. Шаняра играет на Тине. Дондо играет на Риче. Кудахтер играет на Виспе. Хантарт играет на Магнусе. И... Хашкин, бля, Кешкин, Балёв, бля, Хашкин. Играет на Фантом Ассасин. Команда, с которой играет за сторону Дайра. Стана Драгонс. Твари Мочитель играет на Тролль Варлорде, Айрон Стемплер играет на Аксе, Хаш играет на Паке, Гетрайт играет на Рубике, и Нативус играет на Элдер Титане. Ну и смотрим за игрой. Thirty
Ой, я провтыкал. Марану. Кудахтер. Красавчик. Он сейчас с тизером выйдет отсюда, ясно. Да, вырвался. Ну, стандартная трипла внизу, я говорю, что это висп с мартраткой будет. То у нас Шаняра идет, Хардуна, Тини с хедреской сразу же. Ух ты. Ни черта себе заявка. Ну и будем смотреть, что будет. Где будет экшен? Где будет экшен? Делаем ставки, блин. Да, Акс против Фантомки. Не первый раз мы это уже наблюдаем. Не первый. Вышли на Шаняру. Побили, коцали, чуть ли ФБ не поставили. Портретка сразу видим. Бурзмен Шилд. Щит бомжа, более известный. Не дают крипов ей добить. Смотрите, ох, ой, ой. Тварь и мочитель, что у нас здесь? У нас здесь Райзбенд. Один Тангус. Динайт, ребята, тоже нужно. Динайт тоже нужно. Блин. Динайт нужно уметь вообще обе команды. Мы видели в прошлой игре, да, там показывали Меланхоли, показывал, как нужно динайт, и мидеры показывали, что смотри, что божья рука. Здесь такие два ворда примечательных. Мне не нрава, мне не нрава, нрава, нрава. Блин, Фантомка что-то никак не может забрать крипов. Вот это, я думаю, здесь не очень пригодится, да. И Дасик, скорее всего, будет. Ну, блин, Паку здесь будет комфортно стоять против Хан Магнуса, да. Все знают почему. Сослипали Шаняру, подняли, хорошо перекинесом еще присыпали его болтом и забрали с руки за... нет, нет, забрали, забрали, забрали. First Blood проливает себе китрайт. Хорошо. Видят здесь Акса, мигают, что он там. Висп, ой, говорю, висп, лечу, можно идти на топ. Помогать стоять хорошо этому Тинику. Не нужно стоять, крутиться за портом. Не только мешают, не только забирают этот, не только забирают опыт. Вот когда реально стоят саппорты, которые ни хрена даже да, сделать не смогут. Ну вот что они Аксу сделают? И у виспа хедреск. Стоп, черта не понял. А, это у виспа была хедреск. Тю, блин. На кого я нафиг вообще смотрю? Ну ладно, просят V8, просят паузу, ребят. Ну и так, смотрим дальше. Шаняра, Шаняра, Шаняра. Ну блин, виспа ставить сложную линию. Я думаю, это не самая лучшая идея. Да, я не спорю, опыт здесь он будет получать. Хорошо, да. Вот уже даже, допустим, да, в виде на 4 минуту, 4 уровень. Ну блин, Тини без фарма, это такое через арканы, или это он хочет типа выходить, потом в мейн керри, потом летать с виспом убивать. Такое тоже может быть.
Так, кажется, оно и будет. Блин. Варя мочитель. Хорошо стоит свою линию, умеет, знает. Пак тоже он 12 на 12. Магнус 11 на 7. Не слишком так и отстает. Что радует. Фантомка 14 на 1. Блин, ну Фантомка, конечно, против тролля. Тролль его просто в два раза переформил. Да и саппорты здесь пополезнее, блин. Кстати, где они сейчас? Они сейчас будут собираться сделать мид в ганг. Блин, ганг мид, во. Спалили. Да должен уже ж увидеть, блин. Ой, не полетел. Stay near. Ну хорошо, есть жестой, хорошо дал. Что дальше? Если бы Пак здесь не провтыкался сайленсером. Хотя, блин, 70 дамеж, а почему он вообще потратил? Почему он нарбу не дал? Хотя тут бы его не было. Только-только найти Коломана. Трэш будет начинаться когда? Правильно, когда будет дагера. Опс. И такое бывает. Иди. Команда Stand Dragons. Эйрон Стэмплер. Два фрага, дабл килл. Блин, ну это уже, не знаю, триплу ставить против одного Акса и вот так вот поначалу фармить Акса. Вы помните же, да, что делал в прошлой игре Акс, у которого уже, кстати, на 6 минуте 1400 голды и через... Блин. Через буквально через мульти 3 у него появится, блин, даже может появиться и раньше. Ну вот, и такое бывает, да? Фантомка возвращается на линию, не будет здесь никакого мидаса, будет здесь ПТ. 42 на 18. Вот это вот крипстат. И опять погибает Висп, еще и под тавером. Разрубал. Охренеть. С таким темпом, мне кажется, Блинк будет намного быстрее. Ну и вот, блин! Седьмая минута. 3000 голды ведет команда Stun Dragons. И 3000 XP. Это, блин, ну очень плохо. Это плохой сигнал для команды Mechanic Team. Вот, погнали Магнуса. Ну и что дальше? Ну, Пак здесь без ничего. Ну, в смысле в том, что маны нет. Арбу. Акс покупает Блинк. Я соврал на 4 минут. Акс пошел в леса и его себе намного быстрее дофармила. Пошел себе забрал один спаун. И получил свой блинк. Окей, что у нас у Тини есть? У Тини есть 5 уровень, у Тини есть ботинок. И у Тини ни хрена больше нет. Вот, вот вам ставить Тини в сложно. Хаш. Что у нас хаш? У хашу ПТ прилетело. Хорошо. Вот сюда сейчас можно идти делать выход. Варда здесь нету, ничего здесь нету, не видят противники. Вот, еще и сагрил по двоим, блин. Минус висп. Я уже просто из головы просто погибал. Минус 2. Минус 3. Ну и здесь просто Акс натворил мясо. Мясо. Мясо, кровь, кишки, мясо. Всем 0. Астана Драгонс. Radiant's bottom tower is under attack. Напомню, что параллельно идет игра Envy против EDFC, вроде бы. Radiant's top tower is under attack. Double kill.
Radiant's bottom tower has fallen. Radiant's top tower is under attack. Ой-ой, здесь обратно пошел время, минус висп, минус мартретка. Блин, ну вот, сейчас, а, нет, не хватает, а, кулдаун, да, на Гринбайда, ну, блин. Ладно, хорошо, убивайте Донду, убивайте Лича, хорошо, прилетел висп. Еще и закинул, очень плохо закинул он Лича, еще и забирает Get Right. Болтом забирает двоих. Блин, ребят, эта игра уже такая, знаете, на ха-ха пошла. Ну 7500 голды, 5000 опыта, блин. Ну, что можно сказать? Если пошла уже драка, давайте включим форс. 5100, Акс Харды, 5100. Хорошо, 1500 есть, на руках. Я думаю, здесь не будет Акс через Малсторм и тому подобную херню. Блин, а прикол-то в том, блин, пришла мартретка фармить топ, хорошо. Здесь тролль 8 уровня. Братан, что ты хочешь ему сделать? Ну да, просто не хватает. Там и мясы иду даже. Скорости тут. Ну вот, просто нету уже где фармить. Блин, а, ну хорошо, да, Магнус. Все фраги пошли через Магнуса. Хорошо, Магнус забирает пак. Хорошо, увидели здесь, что Додо хочет подблочить. Здесь уже двое на тизере прилетает висп. Хорошо, нету больше агро. Агро будет через 3 секунды. Ну и что, ну что, Акс толстый. Акс уже есть виталити бустер, блин. Я покивал головой, и я промолчал. 7-0. Агр. Нету агра. Маны не хватает на агр. Можно, нет, не можно, не пробьет, да? 150, ну что? Ой, а теперь может... Ой, как больно. Как будто Шаняра специально взял и закинул. А, нет, это Рубик своровал. Да, Рубик своровал ТОС. И закинул. Минус Магнус. Тоже таки через ТОС. Остановили игру. Троллящий тавер убил, разрушил. 9 и 6. 5800 нетворса, 2600. Ребята, результат налицо, так бы скажем. Ну, что такое можно сказать за эту игру? Игра жасть. 8 тысяч. 9 тысяч. Золото. 6 тысяч опыта. Radiant's middle tower is under attack. А тролль что, у нас где-то погибал? Да, тролль где-то погибал. Скажите, его через Магнуса забирали, да, когда приходили, а видимо это пропустил. Ну блин, хорошо. 12-я минута. Есть Вангуард, есть Блинк. Что еще для этой минуты надо? Обыкновенно на этой минуте у хардлайнеров появляются только Блинки, да? Никаких там ни Вангуарда, ничего подобного. Тут уже Вангуард, Блинк, чудесно сверху. И почти есть 11 уровень. Ой-ой-ой, сейчас может как попасться висп. Хорошо, агр. Только жалко, что на одного, блин, не надо так делать. А, хорошо, наказал. Ну, блин, влетает, я понял эту комбинацию, как она работает. Влетает с блинка. Акс дает
Агар, летит арба, летит сало и наказание. Конечно, вот тут не хватает маны. Лич 6, хорошо, да, есть чайник. Но нужно теперь хороший РП. Есть блинк у Магнуса. Очень не хочет, видимо, палиться. Блинк, он уже, кажется, спалил. Увидели здесь тени, помигали. Драка пошла в две стороны. Блин, все, ребята. Дондо погибает. Дондо даже ни черта не успеет дать. Да, он даже не успел дать чайник. Шаняра, хорошо. Хорошо. Хангар, ищу. Дай это. Вот, да, я про него и говорил. Шоквай. Вон еще бил. Ну, здесь отпустит, конечно же, Акса. Засейвили его. Ой, еще и хаш вернулись. Ой-ой-ой, прям на последней миллисекунде. Лол. Просто лол. Зачем ты, братан, возвращался? Ну, блин, графики просто перепрыгнули. 11 тысяч золота, 7500 опыта. Ну, немножко отвоевались. Ребята с команды МТ. Dire's top tower is under attack. Gold for my armor. Это магический урон. Я думал, может, там так будет. Я там с админами немножко насчет игр договариваюсь. Так что, ребят, сори немножко. Они хотят еще сегодня какие-то игры ставить. Ну, какие игры, я не знаю. Ладно, пойдем дальше смотреть. Там что-то сейчас админы должны мне писать, какие там еще игры. Хорошо подняли трикинесом Шаняру. Тролль уже здесь. Закинули еще и тоссом его. Хаш влетел. Ну что дальше? Хорошо, есть Вудстон, скорее всего, это будет. Тоже и Улы. Дондо видит, не видит. Вард стоит. Должны были видеть. Акс просто не захотел прыгать. Хотя Акс любитель в одиночной цели прыгать. Ну и заход на Рошана. Нативс полностью прокачанный Natural Orb. Она на Рошана не действует. Ха-ха-ха. Ну и такое бывает. Блин, тут обыкновенно Мансят Астрал Спирит. А почему-то здесь в единичку его вкачал. Ну хорошо, забирают Рошана. Кто им может в этом помешать? Может помешать Магнус с хорошим РП. И может Лич помешать с обалденным чайником. Блин, сейчас просто нужно врываться и давать. Просто нужно врываться и давать туда РП. Ой-ой-ой, неужели так просто возьмут и отдадут Рошана? Там все были в куче. Не нужно бояться, не нужно стесняться. И вот, там Акса летает, там еще кто-то летает. Хороший кол пошел по всем. Боже, не бейте Акса, ребята, не бейте Акса. Накажет первого. Накажет и второго. Нет, не накажет. Не хватает. Минус 5. Минус 5 в двоих. Ну, у всех есть байбеки. И никуда они дальше уже не пойдут. 4200 опыта, 1700 голды. Блин, Акс просто срывает куш. Скорее всего, ангуард есть у Акса. 1600 сверху.
Ну и пошли, ребята, на 2 по боту. И мне Марина не хочет конфетку дарить. Хорошо, есть почти юлы. 200 голды остаются к юлам. 9600 на творцов тролля. 8800 вакса. Пака 7600. Потом вас ждет Магнус 6200. Потом идет Мартретка, который 4000. Это вообще лол. Ну и минус 102. Спокойно, отдали. Ребята, есть БКБ у тролля. Вау, есть Яша, тоже вау. Где Акс? Куда он прыгнул? Зачем фармить Баттлфури, если вот встроенный Баттлфури? Прыгнули на Мартретку. Да дай ты прокаст нее. О, хорошо, дал Сало. Наказали. Вот так вот все просто. Боже, как же все просто. Сейчас, ребята, от админа инфа пришла. Ну, ребят, игр все-таки на сегодня не будет. Я так посмотрел. 10 тысяч на творца, блин, 20-я минута. Ну это лол, серьезно, это лол, 45 крипов. Ой-ой, прыгнул, хорошо, прыгнул Акс. Блин, резко минус висп, очень быстро подняли ветра. Шаняра полетал. Шаняра опустился, сдох. Пошел разлом. Хорошо по донду попал. Там чайник очень хороший был. Чайник полетал, убил титана. Но это 3 в 1, это вообще лол. Ну блин, стой дальше, меняй свой эйхис. Ну куда ты убегаешь? Эй, куда ты убегаешь, братан? Стой дальше, теряй свой эйхис, господи. Кто там остался, один лич и мартра? Кто там тебе что сделает? Ну, команда не хотят рисковать. Мы видели, что риск не... Мы видели, что да, что риск был не оправдан в прошлой команде, которая играла. Ну и Магнус, нужна связка, нужна та комбинация, про которую я говорил. Нужно РП плюс чайник плюс висп. Стини с нормальным Тини, а не с вот таким вот Тини, который не знаю, что он себе вообще собирает. Нужно какой-то, не знаю, сейчас ПТ выносить. Это то, что я говорю, что Тини через Аркану. Есть Багер, есть Хедреска. Хорошо. Что дальше? Есть тизер, вкачанный на 3. Даже... Ребят, сколько раз говорил, не умеете играть за игрой. Не пикайте их, пожалуйста. Зачем тизер качать в тройку, объяснить? Чтобы понять длительное замедление на 0,5 секунды. Почему не вкачать даже тех самых спиритов, чтобы дамедж хоть какой-то носить? Вот что нужно качать. Оверчерч тоже, да, нужен, там как потери здоровья. Одинаково, но зато получение урона снижается. Ну и ребята собрались давить на Т2. Ребята тоже не хотят никакого шанса давать и просто давить, 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 давить. Ну что им сейчас тут сделать? Ну хорошо, ну будет РП, нужен лич. Да, нужен лич. Лич здесь, хорошо. Что дальше может быть? Давай, Ману. Хорошие, хорошие. Подняли же сразу. И полетел чайник, хороший чайник будет летать. Минус Рубик сразу же. Хорошо, ну здесь успевает юзануть БКБ. Тролль. Хорошо, что дальше? Минус будет тролль, минус. Однозначно будет минус тролль, но это только Аегис. Где Акс вообще? Где Акс? Акс? Акс, а где Акс? Серьезно, а где Акс? Вот, Акс бежит, только чё он так медленно бежит, хрен простышь. На, наказал. Хорошо. Блин, нужно было ловить Мартретку. Вот, хорошо, блин, словит, словит, словит или не словит. Ну куда же ты пошел, брат? Ой, ну. Но. Минус 5. Оу мейдж. 4. За 3 героев. Даже за 2. Команда. Вот просто 3 косаря срубили. МТ. 3600. XP за 2 персонажей.
4000 XP за четверих. Ти посчитав? Dire's bottom tower is under attack. Реально я прошу адекватство, потому что я реально не люблю и... Блин, ну я не заметил, как здесь Бартру разобрали, но я думаю, вы сами все видели, да? Я на Аксе там поставил камеру. Нет, меня все-таки Аксы меня сегодня, да, решили доконать. Это обратно Малый Сторм. Меня Аксы решили доконать. Ну ладно, пускай будет... пускай будет Малый Сторм. Да, ну, я думаю, тут уже даже можно поздравить команду Astana Dragons. Но ребята не хотят сдаваться нам. 2000 голды, утини, ух ты. Шаняра, ты куда так разогнался, а? Но, блин, ну в задумке-то как же все красиво может получиться у команды Механик Тима? Что у Лича? Лич покупает арканы. Ну ладно, хорошо. Тут два персонажа на Тиму, которые могут покупить арканы. И плюс, причем почти все персонажи зависят от Луны. Ладно, здесь простительно. Ну, появляется Point Booster. Ну, блин, Point Booster это такой, это без вардов даже. Ну, вот один вард стоит, то в центре, да? А, это серв. Не, это в центре. Да, это в центре вард. Что-то я вот так вот как-то смотрю, да? Смотрите, ну, как будто этот, как будто в серв. Ну, что это вообще за вард? Я его попутал и с Даргейзом. Но Рошана 30 секунд остается. Ребята могут спокойно зайти. Забрать тогда Рошану. Ну и, ребят, на Рошана как раз появляется Рошан. Заберут, думаю, Рошан, это зайдут уже на ХГ, а что им тут не зачиститься-то? Ну что ж, куда они теперь пойдут? Мид, бот, Катри уже нету. Тебе показал, какой он крутой. То, что у него есть. Поднимай. Сюда забрался. Хорошо. Ну там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Агр там потратил Акс. Ну хорошо, минус Мартра, быстро, минус Лич, минус Виз. Боже, я не успеваю здесь ни хрена сделать. Минус Хентард, скорее всего. Нет, не пробил его немножко. Это Дагон был, да? Где не был Дагон? А нет, это у Пака был Дагон. Где Пак? Да, это у Пака был Дагон. Это минус 5 в одного Рубика. Fight Recap. 2400 за одного Рубика получить. За одного саппорта получить 2400 XP. Лол. Ладно. 6000 XP получает команда Astana Dragons и 200 голды. У меня там админы, короче, начали, там, короче, команда NV проиграла. У меня там админы начали мне там заливать всякую ерунду. Смайлик пишет, для меня было дело принципом выиграть у божьей руки мид. Ну ладно, хорошо. Хаш, хаш, ой, критануло. Проперло на крит мартру. Блин, второй есть. Ну, есть. Летит МКБ. Да, есть МКБ. Хорошо. Ой, Шаняра. Ой-ой-ой, как же ж больно. Боже, в секунде его просто здесь стырили.
БКБ и уходить, БКБ и уходить, БКБ и уходить! Ну что ж ты делаешь, братан? Хорошо, минус один. Вот, и уходить. Ну сейчас мартратка ясно, да, да, с кинжалом она полетела, бух-бух. Хорошо, залетел, нет, не очень хорошо. Хорошо, наказал. Минус визг, маны нету. На, теперь мартру. Фиг, загонишь. 2-2. Получается размен. Ну, пак еще здесь вот, блядь. Ой, извиняюсь, ребят, на стриме нельзя материться, я... Я надеюсь, вы ничего не слышали, вы мне это простите. Бывает и такое, кстати, сколько... А, ё-моё. Клеймор, хорошо, есть Battlefury, 1300 сверху на руках. Что дальше? А масочку на жесткими критами, не? Ладно, не такое было. Гетрайт, Блинк, Форстав, боже, сколько там саппорта, видимо, вынесли больше, чем мейнкерри команды МТ. 17 уровень. Ну и улетел пак, спокойненько, без напряга. Ой-ой-ой, Гетрайт, ой, подставился, больно, не нужно вот такие вот фраги отдавать, можешь же заехать. Можно еще догоном прийти. Ой, как же больно. А теперь понял их там связочку. Это минус 4 в разменного брата на одного таки Рубика. Еще и, кажется, может... Почему дальше не прям? Ну ладно, ну есть РП, блин, третьего, да, там все дела. Я обратно таки, файтерка 5300. Ну и с команды Останов Драгон. 2000. Команда МТ. 1600 голды. Ребят, графики, я боюсь смотреть, включать, смотреть. Почти 30 тысяч форса, 25 тысяч опыта. Это лол. Серьезно, лол? Ух ты! Ух ты! Вот это вот артефакт, несмотря на всю сложность, да, игры. Выносит Магнус на 30-й минуте. Что у Титана? Титана уже поинт бустера, а там же с Аганимом, да. Что теперь Аганимом, ты черт? 10 000, 17, боже. Есть Аганим у Макса, есть Бионер. Жесть. Что, ребят, напомните мне, пожалуйста, что дает Аганим? Аганим вот этой вот трещины. Подняли Шаняру, дали Сайленс, чуть догоном его обкидали. Кажется, там не засейвили. Думал, там не засейвили. И успел вовремя. Хорошо близнул БКБ. И хорошо пошло РП. Что дальше? Толку. Хорошо полетел чайник. Неплохо полетал чайник. Рубик стырил РП. Ух ты, я думал, он стырил. Донду тоже понимает. Это минус 5 в 0. Просто все уходят в фловы. Даже ульта Акса есть. ПП. Radiant's bottom barracks has fallen. Dire's top tower is under attack. Ну и гага, писали ребятка. Dire's top tower has fallen. Никак, не могу смотреться. Пишем ГГ, не пишем ГГ. Вот это что меня самое больше напрягает. Хорошо, если была Вакс. Хорошо, да, РП. Ой. Затащили под фонтанчик. Больно. Ты не выжил. И тут остается лоу. Хэпатрон, Таняра что-то пытается сделать, Дондо потерпает, Дондо там чуть-чуть не убил, он может сказать убил. ГГ ВП!
Я думаю, ясно было еще на какой минуте, что кто победит, там преимущество за 30-40, 30 тысяч. Боже, как же ж больно. Как же ж больно. Ну что, ребят, сейчас я скажу, какие у нас игры на завтра. Сейчас я скажу. Расписание на второй день. Итак, команда ТМО, Монстр ТМО. Ну, вы поняли, да? Монстр ТМО против Парадис. 19:00. Это 19:00 московское время. Потом IDFC тоже 19:00 по Москве против команды Mechanic Team, против команды MTM. Потом у нас идет Astana Dragons против INV 20:15 по Москве. И команда, а там же замена, команда Marvel против команды Fekla Gaming. Ух ты! Ребята, команда Marvel против команды Fekla Gaming. Вот это вот последняя игра, которую я буду стримить. И она будет очень-очень и очень интересной. Ну, а я с вами прощаюсь. Я вам говорю до свидания, до завтра. Я еще вам скажу, что... Что у меня сверху есть вот такие вот, видите, там... Написано наши скажите, я скажу, как оно, бляха, называется. Обратно мат. Ну что же со мной происходит такое? Написано наши реквизиты. Кому не жаль, рубль 2-3 кидайте. Все пойдет на рекламу. Абсолютно все на рекламу пойдет. Ну, короче, просто. Ага, вот мне дали инфу, что дает Аганим. Я такой неуч, не знаю. Аганим дает враги без урона. Обезоруживание дает. Так, ну что ж. Я прощаюсь с вами до завтра. Это напомним, что... еще напомню, что снизу есть группа. Заходите туда, там есть сейчас открытый денежный турнир. С призовым фондом, ну и со взносом, разумеется. Ну, все же делают админы. Админы еще слишком молоды. Как-то так. Ну, короче, ребят, вся инфа будет в группе, так что заходите, спрашивайте, обсуждения, там все есть. Все, всем ба-ба, до завтра.